Сядьте. Передо мной некий мистер Сэм Уитуики, только что из колледжа. Предыдущий опыт работы почти нулевой. Зато есть рекомендации от совета директоров. Какого, прости меня, хрена? Я кого-то знаю в вашем совете? Кто мы такие, тебе известно. Курета Системс, мировой лидер в телекоммуникациях, космонавтике. 17 миллиардов прибыли в прошлом году. Имеем контракты с DARPA, NASA, ЛРД, со всеми. Работа здесь открывает любые двери. Первая работа очень важна, малыш. Или ты вступаешь на карьерную лестницу правильно, или падаешь, высасывающий из тебя все соки пропасть. Хм. Итак, все будет зависеть от твоей реакции на два моих следующих слова. Удиви меня. Сейчас? Удиви меня. Вы застали меня врасплох, удиви, я не знаю. Удиви меня. Задавайте любые вопросы, сэр. Значит, ты пробивной малый, который ради карьеры готов на все. Я убийца. Хладнокровный убийца. Ты готов брать... Быка за рога. Я викинг, варвар. Mm. Конечно, это я. Пау! Я пришел. Вот такого нам здесь не надо. Подхалимство, лизоблюдство, мелкотравчатости. Я... Да, мистер Бразерс? Почему Шантель сейчас пьет кофе из чашки ярко-красного цвета с красного этажа, когда мы находимся на желтом этаже? Я разберусь. Это визуальное, а потому эндогенное предательство. Прекратить! Дура глупая. Отвратительно. Спасибо. Что за анархия кругом? Да. В имейле, который я читал, говорилось о работе в администрации. Нет, отдел почты.